А лучше использовать баблы, использовать по имени возвращения. Это на Арате, короче, вот этот лицопилка, где в курсе могут шаманы тебя вниз скинуть, подбегает и скидывает. Ну, типа, гром и молнии используют, и ты вниз летишь. Ну, короче, шаман меня скидывает вниз, я его притяжкой за собой, ну, ах, пидор, иди сюда. И со мной вместе вниз полетят. Думаю, нехуй. Ну ты коварный какой же ты. Блять, тут еще и второй подбежал. Вот это нормальная пати набралась, как в прошлый раз. Может тут... быть. Ты видел этот Асмодейный Курве, как хуярит? Нормально так. Да, собрался. Второй день хожу танчую и топ-2 по дамагу везде. Это как так вообще? После в танке? С бичами да. Ходишь. С боссами, с какими-то. Варан танчишь, да? Да. А ты в гибриде? Не, просто против. Ты гибрида сделай. Для РБК. Там этот реванш без КД будет у тебя. Ты чё там, блядь, БГ закончил, нет? А чё, Арстайл пришёл? Да. Или ты уже второе хуяришь? Это всё то же самое, Рати. Блядь, ну чё там? Уже весь трэш не сильнее, если надо, я ливну, мне похуй. Сейчас, блядь, где там? Ну тут осталось вот буквально... А, тут 5 минут на АФК сказали. Ну, блядь, давай доиграю. Успей. Короче, сейчас я тактику расскажу, блять, интересную на Левиафана. Левиафан это этот, мой любимый? Первый босс. Надо девочек любить, а не Левиафана. Это для пидоров. А все, мы проебали тут. И что там затиктокилось уже? Затиктокилось. Ну она в ТикТоке сидит. Жека, а что там для гибрида этого надо? В смысле, что надо? Ну, какие характеристики, шмотки? Да я. Битва какой-то другой, что ли? Танковский шмот просто. У меня танковский шмот фу. Ну, вроде блока, что ли, там. Или рейтинг блока. А нет, реванш не зависит от блока. Короче, делаю этот бит, он уже пофикшенный. Его пофиксили, как X4 вышло. Да, не работает? Скажешь, реванш без КД не работает?
Он будет, но тебе нужно... Короче, один блок равен одному реваншу. А раньше один блок был равен трем реваншам. Вот почему это было не сейчас... Я понял тебя. Короче, не канает это, да? Не, ну почему? Если много целей, ты также будешь много дамажить. Потому что много блоков. О, чивы поперли. Так что мне с варом-то делать? Против я играю и не парься. Какие профы лучше качать? Эти же самые. Смотря кто ты хочешь быть, либо танк, либо ДД. Танк, танк. Танк, тогда кожевку обязательно, с ювелиркой, с кузнечкой. Кожевки, типа, можно чарку сделать, где какой-то дохуя этих можно зачаить. В какой-то школе сопротивление. Вот у меня есть кожевка, я нихуя там этого не вижу. Или это пока еще не вижу? Сопротивление, кажется, БК чарки нет. А, это когда БК выйдет, да? По идее, да. А, ну тогда понятно. Берешь кожевку, ювелирку, кузнечку и что там четвертое взять? У меня кожевка, ювелирка, кузнечка и инжа. Ну инжа это ДДшная профа. Ну, танка, да, такое себе. Что там, есть кому пати дать или ушлись? Ушлись. Ух ты, ебать, уже фул, я полетел. А вы куда? В льду. А док тут, нет? Да, здесь. Да ты мне, да, говорил про протик? Обычный протик. Фул протик. Что не так? Срез тут? Да. Это, только... Мы, надеюсь, там нахуй не до 12 ночи, не до часу будем сидеть. Нахуй, нахуй. Понятно. Ну, поскорее, чтобы нахуй. Скорее, я думаю, мы вообще мимирон потраем. Ты где на шкаф? Ну хотя сейчас хп порезали у всех, в принципе, я думаю. Ну, блядь, тыкните из машины, тыкните на шкаф. Я уже долетел почти. Куда? Так, на наушники идти. Ну шо? Прием, прием. Раз, два, раз, два. Все тут? Да. Короче, куда садиться? Этот. Срез тут? Да. Короче, 25-ки Левиафан падает как хуйня. Знаешь, как его надо бить? 5 мотоциклов, которые... И в них не надо ездить, их надо просто в комнате поставить. Друг от друга там, чтобы они стояли. И, короче, это... Один, ну, кто в разрушителях сидит, челики, заряженные разрушители, сразу 50 колчедана. Они прям с пула, как появляются пушки на боссе, там секунды 2-3 пройдет, ну или секунд 5, они сразу закидывают его
пушки уничтожать. И челики рядом с ними стоят, которые должны были на мотоциклах ездить. Они стоят с разрушителями, залазят и сразу им начинают колчедан тянуть. Вот такая вот тема. Мы так делали, в чем проблема? Да не, мы не так делали, мы в мотоциклах ездили. Ну и окей. Короче, видос есть, если что, там потом могу скинуть 25-ки. Мне куда садиться? Куда-нибудь уже сядьте, а? Да я вообще не вижу, все занято, что-то нахуй. Ну, два чопера кто-то бросил почему-то внутри. А. Я вижу. Охуеть. Ну вот, стоит один. Еще один где-то. А где мотоцикл? Я не вижу их. Ну один здесь. А, вот он, внутри стоит, вот. Заходишь к боссу и справа. А, вот он. Кто-то угнал их, короче. А что, мы ХП будем делать, нет? Не будем. Не будем? Нет. Почему? Там... Без него убьем. Ну ладно. Давайте, давайте поживее. Блядь. Уже как 25 минут РТ. Понятно. Аверный чайно. Молодцы. Куда вы пулите? Действительно, чекаю на готовность. Куда вы пулите? Идеальный вопрос. Падаем, ложимся, выходим с разрушителя. Он где сидел? В разрушителе или в мотоке? Разрушитель. Ёбаный рот, блин. Встаем. Айр, че ты видел? В смысле крикнули? Слово «гуляй» ты не услышишь, что ли? Ему надо кричать слово «Старфол». Залезли, сели по машине. Все, все заехали, погнали. Давай, пересаживайся. Казбер. Нормально. Полчеданы подтянуть надо. Опять каст. Вот сюда нам хватает? Угу.
Вот, вон их на середине все кидают. Валяются. Блять, что-то здоровья мало у меня уже. Нечаянно, побольше пуляют, прям колчеданом постоянно. Сейчас так, нет. А, вижу. Я вообще сдохну, нахуй. Ебать, все, я сдох. Тяни мне колчедан. Не притянул. Бля, сделали бы хп, убили бы. Дело не в хп, дело в том, что касты не сбивают. Два каста полных пережил. А почему не сбили касты? Интересный вопрос. Я послушаем тех, кто сидит в больших машинах. Одного я видел, заморозился, потому что стоял за спиной, и в него прилетел этот снежок. Но перед этим мы все равно не сбили каст. Давайте еще разочек. Ну, вроде все готовы. Пуляй. Да, сбивайте косты, ребята. Не нужно. Сказал, кстати, надо? Надо. Блядь, я на них циклину. Вот эти нужны колчеданы тянуть, которые в углах лежат? Или вы их сами возьмете? Или лучше поднести? Подвези. Тяни. Каст. Вау. Разрушители, ловите пассажиров. Представился здесь. Эти забери меня с этих демонов. Каст. Ты не можешь стрелять и уезжать. Почему у меня это получается? Никто не сбивает каст, да? Он идет. Бери. Батя. О, металлка топовая упала. Отказываемся. Вообще, ну, вообще можете взять, что хотите. Кроме сфер. Я уже забрал. Хорошо. Док, на метал. Док, рога, роли.
Этот шляп. Этот шляп. Четыре или пять, вот, говорят мне твои. На, тут на дракошку пошли. Может мне этот меч на танка взять? Хотя в нем сокетов нет, в смысле нет. Не бать ты быстрым. Чё ж ты? Распыли, да не, я про него, ты уже распылил. Ну я и говорю, что ждать. Фубов. Арстайл рыба есть? Не в Африке, в демоне. Может быть ему в Дестро лучше? В демоне. Тут, в принципе... А, ну здесь у нас маг. Пава. Так. Подставил. Я хочу увидеть тебя в Прозапале. У меня уже достаточно таких предметов. Так, на мне есть каска, нету МП5. Мне нету кулака или крика, что-нибудь такое. Лок, по порталу поставь, будешь активировать. Ну, он в ретрике, если что. Кто в ретрике? Вот ставил. В смысле? Только что сказал. Ну, я не знаю, в смысле, не успел спекнуть, но не запустил. А чё, блядь, ровно пиздец, но второй трек. В смысле, трек. Нет, у него как бы протопал, алё. А, ну да. Ну как он шмот поменяет? 30 тысяч этерит. А, ну у него шмот ДДшный. Yes. Ну, ложимся, значит. Понял. Ну, ложимся, потому что у нас уже двое мёртвых, а не потому что он это... То он бы не затанчил. Забили бы за Геру, не проблем. Умирать-то зачем было? Расставил, ты же в ретрике был? Нет. Да, он в ретрике. У него, блин, клятва сработала, чего мне рассказывать? Я посмотрел, что он спекнулся. Иначе бы не стал запускать. Просто он шмот не переодел. Начало охуенное. Ешьте быстрее рыбу, пока не пропало. Пропало.
Так, вроде все поменялось теперь. А кто кулаки, кстати, бафает сейчас? Арстайл. Просто у Войда апнутые кулаки, а у Арстайла нет. Ну и чё? Ну ничего. Я к тому, что мы могли в это разобраться и раньше. На, со следующего босса этот артстайл тогда каски даешь, Войд будет кулаки давать всем по 5. Ну понятно, я молчал, потому что он же в ретрике был. Ну да, не хватает 200 АП. Давай, запускай. Я думаю, можно сходить Игнис, а у нас один фиг еще Гера не откатится. Хотя, можно разрушителя без Геры, в принципе, убить. Что, модей не надо, что ли? Не думаю, что здесь кому-то действительно нужен модей. Надо этого модей и так его, блядь, 30 тысяч уже. Долго тренька апнула, капец, Женька перегнал. Да, здесь неудобно на ДК. Но прощай. Ладно, не отмазывать уже. А доты эти накинешь, блин. Вообще, перебафайте каску кулак. Че есть? Да нет, апнутую. Сейчас пока дебаф будем ждать с падением, так перебафаем. Давайте поехали. От лица главное отошли. Глаз коготь. Меч ебаный. Я не знаю, а кто тебе сказал прыгать на вара?
Я как бы услышал, что ты на локе будешь. Тебя вроде не прогнал. Ну ладно. Ну давай возьму на всякий случай. Так будет. Если спрей здесь хэм не упадет. Под него подобьюсь. В принципе, не намного он лучше. И в атаке 90. Че, 3 никому не нужно? Воет тебя. Ну блин, че, я же линканул в рейд. Глаз, кто да там? Я не в рейд. Да не подслушивай. Дайте каску по ДК. Пожалуйста. Карт ставил-то я. Дай дал каску. Сайл, ты каски бафаешь, воет кулаки им по 5. Раздали все. Вот, 6800 АП почти. Ой, вы рыбу ставите каждый бой, никто ж не умирал. Док, сколько РПБ у тебя? Процентов 40 есть? Почти угадал. Так, чё, давайте РЧ. Готовы в этом. Всё, все готовы, погнал. Герон, КД. И чё? Мы вроде это обсуждали. На ёпт. Бьём по сердцу. Жнёк, ты живей, вообще пофиг.
Микрочелики идут сбоку. Вместе с бомботом. Отвлекитесь, пожалуйста, РТД на микрочелик. Док, ты тут? Еще один уже. Звук в рейд не дыши, этот чувак, который не заедет. Так, ближе к мире подойди. Молодец. Надо было огурцы раздать вот на такой ситуации. А, раздадим перед следующим боссом. Док на мужика. А вот и Роги упала. Голова тебе нужна кольчужная? Нет. Взял бы, а то у меня 13-я. Войцы у тебя? Да, ага. Помчали. Эх. I
Долго. Долго нет, почему-то. Не, говорю, долго. А, долго нет. Проебе нет. Чё, стан куда? Я наступил. Я пошел. Тут стой. Зачем? Зачем? Просто все в мире подойдите и все. Сделаем сейчас. Убьем этот собрание и сделаем. Что сделаем? Ну, квесты. А у меня тоже, кстати, есть квест. Ну, вот. Тоже вот эта хуйня. Ну, замечательно. Ну, она у меня в банке, в смысле, валяется. Мне что, взять лучше или не надо? Ты квест взял или что? Нет, я вот как выбил вот эту штуку алголоновскую, так она у меня в банке лежит, ничего не делал. Сейчас собрание убьем, пойдешь в банк заберешь, а мы тебя саманем. Ты чё? Ну все равно до конца ж мы не сможем выполнить этот квест, да? Сможем. По крайней мере, да? Постараемся. Да. Бля, зачем ты его баните второго? Это не баните, мне кажется. Забанит, забанит, побьет. Нахуя? Баните. Выйдите. Уже бы у него пол хп снесло, если бы он не был забанен. Надо нашу гильдию перетягивать в ГГВП. Чего желать без этим ГГВП, блин? Без понятия, зачем. Они же там хотели дальневосточный сделать рейд. А чё, их хотели? ГГВП показатель, что ли? Они вроде не стали делать. По-моему, нету у них. Нету. Как хотели, так и расхотели. Так, чего вас не устраивает? Кто сказал, что не устраивает? О, чё, бафов нет, рыбы нет, у кого вы это пишите? Рыбы нету, нет. Поставь. Все поешьте, кому надо. Отставил. Просто собираешь их в кучу. Основной агробилки на маленького сначала. Потом будем по среднему играть, потом по большому. Получше, когда разбегаться, если вы сами не в курсе. Но должны быть в курсе вроде, как мы убивали уже и не раз. Войд, подиспелишь магию. Он сам себя может диспелить. Отставил сам. Трик на хп. Поехали. Давайте. Херню не страдаем. А, так, поставлю-ка я от силы природы, на всякий случай.
в виде большого артиста. Угу. Я увидел. Там маленький еще живой, что ли? Нет. Да нет, ну. Разошлись, да. Разошлись, я там убил, сука. Выводи. Сейчас кинет. Отлично. Все вывел. Все встали, РДТшники. Хант. Перехватывай. Поехали. Замечательно, молодцы. Бать, мы его сложили. Хант, отойди от нас. К Ханту не подходить. Шея неплохая, кстати, для хила. Угу, наверное. И меч для Роги неплохой, как у Хант. А, у Роги, наверное, есть. Ой, молодец, умирает. Что, мне портироваться, брать ебучий диск, да? Нахуя? Ну что там говорили? Да забей хуй, ну сейчас Мимирона точно не убьем. Ну все, да, нахуй. Там что-то писали, что? Квест какой-то делал. Ну, я в любом случае буду тратить. Если у тебя не будет квеста на Мимирона, ты с него квест-айтем не получишь. Вроде по-русски все говорят. Так что там, иди давай. Там 4 квеста должно быть на 4 босса. У тебя их что, нету, что ли? У меня? Женек, ну. Нету. На какого хуя? У меня просто вот это ты там, говорю, выбит и в банке лежит. Всё. Так ты с него квест возьми, блядь, сдай его и возьми 4 квеста на 4 босса. Нахуй он тебе в банке лежит. Вы жали, поставили бы на шкаф, господи, ладно. Там поставьте и самоните его. Так, это отставил. Офхенд. Кому надо? А, шею слепой, извиняюсь. Ну это эрдру, блять, если его нечаянно собирает. Либо хэприст, либо эрдру, остальным нахуй не надо. Может какой-нибудь РДДшник возьмет. Ну так-то с острова РДДшника нормально. Нечаянно, если на эрдру собирает.